Всем привет! Сегодня предлагаю вашему вниманию теплый салат с утиной грудкой, манго и авокадо. Этот салат идеально подходит для романтического ужина и может заменить другие блюда. То есть получается сытное, изысканное и, конечно же, вкусное. Ну а сейчас не поскупимся на лайки, подпишемся и погнали! И для приготовления теплого салата с утиной грудкой и манго нам понадобится 2 филе утиной грудки общим весом 250 грамм, руккола или микс зелени 100 грамм, манго 250-300 грамм, половинка сока лайма и половинка сока одного апельсина. По желанию можете взять авокадо, но если нет, можете вообще его не добавлять. Салат от этого особо не пострадает. Кстати, манго вы можете заменить на малину, а микс зелени или рукколу – шпинатом. Утиную грудку тоже можно заменить курицей. Конечно, вкус получится другой, но все равно салат получится очень вкусным. Возьмем немного оливкового масла 10-15 грамм, 10 грамм горчицы, соли 5 грамм, перца черного молотого 1-3 грамма. Начнем с того, что замаринуем грудку. Нам нужно взять сок с половинки лайма, сок с половинки апельсина, затем смешать их и добавить туда же соль и перец. В этой смеси мы будем мариновать грудку, но сначала нам нужно будет ее слегка отбить, так мясо получится более нежным. А затем сделать на коже надрезы, чтобы у нас получились ровные красивые квадратики. Оставляем грудку в стороне промариноваться полчаса-час. За это время мы помоем рукколу, переберем ее, также обсушим, затем приготовим заправку из половинки манго. Для приготовления заправки из манго нам нужно его разрезать вдоль по косточке, и та часть, которая без косточки, у нас отправляется в сторонку. Ее мы будем кусочками добавлять в салат. Со второй части снимаем косточку, всю мякоть отправляем в блендер, туда же горчицу, и в конце добавим оливковое масло. Когда утиная грудка промариновалась, обсушиваем ее полотенцем, укладываем на холодную сковородку и ставим на слабый огонь, чтобы вытапливался жирок, на котором мы и будем обжаривать грудки. Вытапливать жирок мы будем примерно 10 минут. Потом прибавим огонь и перевернем грудку. Когда перевернем, будем обжаривать буквально 2-3 минуты. Thank you.
когда обжарили грудку с другой стороны, у вас есть два пути. Если вы любите не до конца прожаренное мясо, так называемое с кровью, тогда просто возьмите грудку, заверните в фольгу и оставьте на столе на 5 минут. Если же вы хотите, чтобы грудка была более проготовленная, тогда вместе со сковородкой или переложите грудку в посуду, которая подходит для запекания, и отправьте в духовку, разогретую до 160 градусов, на 10 минут. Грудки приготовились, даем им отдохнуть минут 5. За это время мы как раз почистим авокадо и нарежем его. А также нарежем тот кусочек манго, который мы оставляли в самом начале. Теперь нарезаем грудку, так же, как авокадо и манго, ломтиками и собираем салат. Готово! Пробуем! Начнем с утки. С этим манговым соусом они отлично сочетаются. Ну, как я уже говорила, можете заменить на малину. Получится тоже вкусно. Утка пропиталась цитрусовым соусом. У нее слегка-слегка кисленькая шкурка, но внутри она получается прожаренной, полностью приготовленной и в меру соленой. Руккола добавляет пикантности всему этому сочетанию. Манго само по себе очень сочное. Поэтому заправки много не требуется, но так как заправка тоже из манго, она отлично гармонирует здесь. Из малины тоже получается классно, я пробовала и тот, и другой вариант. Обязательно пробуйте. Вот такой яркий, вкусный, очень необычный в своем сочетании салат у нас с вами получился. Из этой раскладки выходит две такие порции. Пробуйте, радуйте себя, радуйте своих любимых вторых половинок, а фотоотзывы присылайте по ссылкам, которые найдете в описании. До новых вкусных встреч! Пока-пока!